Вот. Курочкин. Из комитета драгметаллов с проверкой. Ну куда? Ну куда лезешь-то? И вообще, не стойте, садитесь. Здесь по мне асфальт, на кошку налетим, вылетите. Ну что ты с ними поделаешь, а? Ну не могут 5 минут спокойно посидеть, ну. Отвык от детей. Ну, если честно, Эмочка, соскучился страшно. Даже не поверишь. Вот приду домой и ткнусь то туда, то сюда, ну прям как дурак. Быстро забрали, старались. Сейчас даже трудопристайка здесь плыхнула. А вы кто будете? Бригадир. Купцов моя фамилия. Я не понимаю, почему люди до сих пор в забое? Завал мы разобрались, воду крепили. Приступили к добыче. А если будет новый выхлоп газа? Какого газа? Вы опытный человек, сами понимаете. Разрушение носит направленный характер. Это подрыв. Ну, то, что вы мне сейчас так темпераментно объяснили, это ваше частное мнение и личная безответственность. Я же привык опираться не на догадки и предположения, а на весомые доказательства. Они у меня есть вот здесь. Результаты технико-криминалистической экспертизы. А ты как справлялась? Да. Как обычно. Ну, в последнее время, конечно, труднее стало. А, Эм, я вот, кстати, об этом. Я уточнить хотел. 5-й месяц пошел. 20 недель поставили. Ага. Значит, это… Это… 4,5 месяца, так, да? Ну да, ну да. Да. Вот я и говорю, 5-й. А ты когда уехала, Эм? Что? Уехала, говорю, когда? Ты о чем? Ну как о чем? Уехала ты, Эмма, 5 лет назад. 6 месяцев, понимаешь? Выходит, без моего участия обошлось, а? Я бы сам, конечно, не догадался. Мужики вот посоветовали подсчитать. Как же ты так, Эмма, а? Я не понимаю, почему вы позволяете себе рисковать жизнью людей. Кстати, сколько сейчас старателей на прииске? 52 человека. 52 человека. Вы понимаете, что вы творите? Романов, я отстраняю вас от управления прииском. Бригадир, распорядитесь остановить все работы в забое. Я подчеркиваю, все и немедленно. Как остановить? Надолго? Навсегда. Прииск закрыт. Вы не поняли? Нет, не понял. Что же я теперь должен сказать, чтобы не по домам ехали? Выходной объяви. Потом разберемся. Ой.
Я не позволю вам снова обманывать людей. Закрывайте шахту и повесьте здесь огромный плакат. Не входить опасно для жизни! Но вы представляете, что сейчас здесь будет? Порядок. Поехали. Поехали, я хочу посмотреть финансово-экономическую документацию. Почему? Рада была меня видеть. А ты почему ее не стукнул? Ты что, не рад был ее приезду? Ну, конечно, конечно, рад. Девочка. Ну, я ж только хотел сказать, что для меня вот все это... Неважно. Я все равно. Это значит, ты меня прощаешь? Конечно. Эмочка. Но я все равно люблю тебя. Мам, ну не плачь. 20 лет с тобой прожили. 5 детей нажили, а за 6-ыми, значит, на сторону. Ну, Эмма, глаза мои тебя не видели. Мам, ты куда? Эмма, ты куда? С новыми старателями знакомиться. Может, понравится? Кто? Суп вари. Мужики, работы на руднике прекращены. Почему? С какого хрена? Там же есть золото. Левка и Зайчиков нашли, все знают. Да все знают. Надо только на меня наезжать. Ясно? Я тоже, как и вы, сюда золото приехал добывать, а не разговоры разговаривать. А перед нами, значит, отбрехаться решил? Говори, что случилось, и не держи нас за дураков. А нам твою ясно на хлеб не намазать. Думаешь, сказал, рудник закрыт и... Все, да? И мы тебе ручки помахаем. До свидания, бригадир. Мы сюда деньги приехали зарабатывать. Где Романов? Где Романов? Где Романов? Где? Романов тут ни при чем. Вот. Не понимаю я. Алексей Иванович, почему вы хотите прииск закрыть? Не прикидывайтесь, Романов. Нарушение техники безопасности. Раз. Отсутствие золота как такового. Два. Один ты кричишь. Я верю, здесь есть еще чем поживиться. А сам жизнями и судьбами людскими рискуешь. А чего он нам про артель впаривал? Врал, что ли, да? Ну, да говори! Тихо вы! Приехал урод полномочиями с материка и закрыл рудник! Уродом не прикрывайся! Промеж вас все договорено. А мужики, как всегда, в дурака, да? Вы нас на 10 лет звали! А через неделю пинком под зад! Как расплачиваться будет? Как расплачиваться будет? А может, за год вперед, а? Санька со мной! А ты как? Слушай меня здесь! Папа!
Мне жаль, Сереж, что я не могу тебе ничем помочь. Иди сюда. Ты даже не представляешь, как ты мне помогаешь. У тебя душа вся в клочья изодрана. Я слышу, как больно. Знаешь, раньше был уверен, что все правильно делаю. Как-то легко было от этого. Вот думал, построим новые дома, больницу, школу. Люди заживут, будут рожать детей. И все будут счастливы. Но ведь такое большое дело не может быть простым. Сереж, ты не должен отчаиваться. Ая. К Романову поехали! Папа, как ты? Нормально. Я отвлек тебя. Ты чем занималась? Я нашла место для кроватки. Ведь скоро совсем уже. Спасибо тебе. Сергей Петрович, там... Беда, Петрович. Народ на дыбы встал. Компенсации требует. Думаю, разнесут здесь все к ядрене фене. Купец сказал, Старжилов подымать надо. Правильно, Санька. Поднимай. Ага. Эмка-то! Пробка из дома выскочила! Видно, чербак дал ей Щелбунов. Не посмотрел, что она брюхатая. Вот баба Клёп, вот честное слово, и ты туда же. Чё я? Один дурак сказал, а ты подхватила. Тётя. А у Щербаков, между прочим, от этого семья рушится. Ну, ты подумай. Он меня в измене подозревает. На-ка вон, держи тебе веточку комаров отгонять. Отвыкла, небось, от них на большой-то земле. Не бери в голову, все перемирится. Ревнует, значит, любит. Вас вон полгода не было, так твой Сашка ни с кем, ни-ни. Только и разговоров, когда Эмка с детьми вернется. Ну, разве не приятно? Не пойму я, приятно или смешно, но обидно. Ну, слушай, Тонь, ну что мне с ним делать? Я не знаю. Да ничего не делать. Рудник открыли, работы выше головы. А мужики, сама знаешь, когда заняты, они о чем таком и думать не могут. Дай бог. Петрович, ты бы лучше спрятался. Нет, Глеб Кузьмич, я останусь. Ты Аю уведи куда-нибудь. К Щербаку, что ли? Сереж, я не пойду, я с тобой останусь. Иди, иди. Я не пойду. Я прошу тебя. Пойдемте, Аин. Иди. Пойдемте. Ну что, Романов, допрыгался? Дети-то с Сашкой остались? Да, они уж и сами, друг за дружкой. Погоди. Слушаю, Антон. Понятно. Случилось что? Рудник закрыли. Старатели в поселок едут правление громить. Иди к ТМК к детям. Иди. Иди-ка ты. А... Тебе здесь не место. Беру! А что случилось-то?
Этот фраер с материка рудник закрыл. Как? Закрыл? Да вот так. Романова отстранил. Старателей приказал по домам распустить. Как? По домам? Леп! Мы же людей из других приисков снимали. Денег им больших обещали. Вот они за ними с рудника сейчас сюда и едут. Ёлки! Дошло? Пусть Айн побудет у вас некоторое время. Пап, ты что? Айн, проходите, конечно. Садитесь. Присаживайтесь. Так, внимание, папа пошел на работу. И чтобы из дома носа никто не совал. Хорошо, пап. Окна зашторьте. Да, Верка, я им чаем напои. Сделаю. Эй, давай! Тормозись! Мужики, все, подойдите к Антоне, мы покажем! Господи, зачем же мы вернулись? Что же делать-то? Ты зачем собака приз закрыл, а? Вот за это я тебя с собакой загрызу! Мужики, бегом к конторе! Давайте, давайте, я там, я с вами! Я с вами! Приятный, все в час погоду! Стойте, 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 говорю! Я здесь 20 лет работаю. Никто здесь для людей ничего хорошего не сделал, только он. Романов! Школа здесь теперь есть, ты понял, собака? А? У меня по школе никакой финансовой отчетности нет. Я тебе сейчас покажу финансовую отчетность. Погоди, что ты делаешь? Остань, не связывайся. Да я его убью. Стой! Давай, скотина. Все, все, Магомед. Где? Прекратить! Магомед! Слышите, вон Романов! Ну, ужайся, сейчас все и выясним у него! Пошла! Пусть едет! Пусть едет! Отвали, я сказал! Говори! Мы деньги зарабатывать! Стоять! Прыги, надо стоять! Что, Санька? Прячь и не доставай даже! Где наши деньги? Где наши деньги? Давайте поговори по-хорошему! Раньше надо было! Давай, говори! Кто прииск закрыл? Мужики, да дайте мне объяснить вам! Говори! Он! Ой, вот жизнь какая, а! Придешь домой разгромять! Не придешь домой разгромять! Тонька! Тонька! Твою мать! Открой, Тоня! Господи, господи, слушай, что творится-то? Мужики совсем ошалели. Ежели они до самогонки моей доберутся, все, пол поселка сожгут и меня, и мою хорому в первую очередь. Я домой не пойду. Я у тебя останусь, а? Да проходи. Проходи, баба Клёп. Ой, сохрани. Желудчиха! Ой, блин, упал! Клёпа! Открой, сволочь! Ир! А? Постой, что случилось-то? Чего-то шумели, а теперь? Да уж не знаю, что теперь и будет-то, Вера Алексеевна. А что было-то? Их закрыли, Романова отстранили. Романова? Отстранили? Да. Отлились ему мои слезы. Пришла расплата за моего сыночка. Да ладно тебе, Вера Алексеевна! Да что ладно, ладно! Милый человек, угости старика пельмешками.
Это тебе на небе зачтется. Хорошее здесь место. И пельмешки вкусные. И люди душевные. Ты, сынок, с водкой так не торопись. До дома не доедешь. До дома я, дед, в любом состоянии. Как собака по запаху дойду. Сомневаюсь я, сомневаюсь. А тебе далеко? Считай, приехал. Вечером на баркас сяду, утром дома. А ждет тебя кто? Не-а. Сюрприз готовлю. Приду. Опа. Не ждали. Не любишь ты их? А они не ждут моей любви. Надеются, что я сдох уже давно, наверное. А я жив. Ничего. Пришло время должок возвращать. А то слишком хорошо жили. Спокойно. Ну, а может, не поедешь? Ну, зачем тебе неприятности? Эх, дед. Родина у меня там тянет. Душа будто гвоздем к дому прибита. Уйдешь оттуда, и все. Нет души. Уезжайте! Не тратьте попусту времени! Вас все время обманывали! Здесь нет золота! Нету золота! Что ты молчишь, Романов? Ты же знаешь, золото я есть! Я-то знаю, а вот господин Курочкин мне да не я его своими глазами видел, что он говорит, а? Я тоже видел. И я! Да даже если оно есть! Когда рванет газ, и вы будете там, внутри, что вам это золото? У вас уже двое погибло! Анализ показал газовую природу взрыва! И газ этот никуда не делся! Он все время сочится в забой! Вы как стадо баранов, вам сказали? Не бойтесь, вы не боитесь! Романов! Тогда деньги верни. За работу, за простой. Да подождите! А я вам говорю, там нет газа и не было. Это диверсия, это был взрыв. Это как понимать? Я вам докажу, что там газа нет. Я сам вам докажу. Докажи! Как это понимать? Как хотите, так докажи, Романов, пусть докажет! Да. Докажи, Романов, да. Докажи! Да! Поехали. Давай в машину. В машину давай. Этого с собой тащи, очки. Давай вперед. Ну, все, всем вставали. Поехали. День. Опа. Ли думал, пришел конец бизнеса. Ли понял. Хочу близко, девушка, познакомиться. И кто ж тебе так приглянулся? Ты. Как? Ты понравился. Хочу с тобой. А ну-ка марш отсюда. Я не поняла, Изуль. Пошли вон, сказала. Вечно на самом интересном. Давай. Со мной? Я и ты? Нехорошо, Изольда. Я и ты. Хорошо. Да никогда. Так не говори сразу. Думай. А что тут думать? Ты себя в зеркало когда-нибудь видел? Нельзя в зеркало смотреть. Вера такой.
Так без слез не взглянешь. А ты плать, Изольда. Бери деньги и плать. Ли, ну ты же любви хочешь, а не рыбалки. Так что извини. Не в деньгах счастье, поверь мне. А в чем же, Изольда? Если бы я знала. Разве бы забралась в это болото? Не знаю, Ли. Вот и я не знаю, Изольда. На, возьми. Все! Готово! Петрович, Щербан. Петрович, там газ. Сергей Петрович, сорванет. Не бойся, Саня, там газа нет. Вы же люди! Как вы будете смотреть друг другу в глаза? Отдай! После этого будьте людьми! Он сам просил! Он же сгорит заживо! Магомед, дай. Может, ты со мной? Да нет, начальничек. Я лучше посмотрю отсюда, на огонек. Ну-ну, гляди. Давай. Ая, поможешь мне. Ставь тарелки на всех, на мужиков на наших тоже ставь. Они приедут голодные, мы голодные. Верка! Да, мам. Иди на огород зелени нащипай. Иду. Так, все. Все, 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 все. Ну, Эмма, давай. Как ты думаешь, у них все будет в порядке? Козел, он же из нас дураков делает! Братцы, он же из нас дураков! Что ж вы стоите? Что вы стоите? Он же из нас! Назад! Назад, я сказал! Назад, мужики! Стоять! Чтоб вы прете! Стоять! Стоять! Подожди! У нас только один шанс спасти Бриск. Найти золото. А ты скажи, Петрович, где оно? Петрович, и гниду, что взорвала забой, тоже найдем. За Зайчикова и Левку лично отомщу. Вот этими руками. Ты, шакал, свой язык за зубами держи. Мы могли в прошлый раз выйти не на жилу, а на аппендикс. Конечно, может быть. Виталик, Коржик, попробуйте спуститься на уровень ниже и пройти левее. Сделаем, Сергей Петрович. Пойдем. Давай. Все остальные на прежние координаты. Да не волнуйтесь. Да не томи. Ну. В порядке все. Ну, Романов. Ну, дает. Я думал, все. Затопчут нас. Сань, ну, ты думаешь, что говоришь? А что?
Айя, Роман просил тебя домой отвезти. Да? Ну, а что тебя провожать? Ты что, маленькая, что ли? Нет, нет. Сань, ты иди, мы сами. Нет, сейчас пообедаем, потом пойдем. Айя. Спасибо. Айя. Спасибо. Кружка. Виталька, слышь? Чего? Виталька! Чего-чего? Дятла своего выруби, чего? Золото! Слушай, он, Романов, специально нас сюда отправил. Хотел, чтобы мы золото нашли. Почему? Ну, не знаю. Мы же за него были. Ага. Пойдем, покажем. А? Мы спасены. Прииск. Все спасены, понимаешь? Дай посмотрю. Виталь! Нашли, мужики, нашли! Золото нашли! Ну что? Золото нашли! Золото нашли! Петрович, куда? Давай скорее! Золото! Молодцы! Как Романов для себя припрятал, а как приперло, так сразу. Это золото нашли сегодня на руднике. У меня свидетелей 30 человек. Нет, Романов, ты не понял меня. Это не золото передо мной на столе лежит. Это статья уголовная для тебя. Или ты думал, ты можешь творить здесь все, что хочешь? Я так понимаю. И я все понимаю. Работайте, Алексей Иванович, делайте свое дело. Никто вам мешать не будет. А я уезжаю на материк и докажу свою правоту. Езжай! Но только имей в виду, скроешься вместе с золотом, я подам на тебя федеральный розыск! Прав был твой Айталын. Золото – это всего лишь металл. Зла от него много. Но благодаря ему люди здесь жили, рожали детей и считали этот поселок своим домом. Теперь это и наш дом. Все. Сережа, я уверена, у тебя все получится. Возьми его и никогда не снимай. Пока он на тебе, я буду точно знать, что с тобой ничего не случится. Обещай мне не волноваться и без меня не рожать. Обещаю. Дождешься меня? Дождусь.
как, а, Эмма? Так нашумелись уже. Погоди. Я думал... Да. Знаю уже, что ты думал. Просто наша девочка на 6 месяцев не выросла еще, понимаешь? Только на 5. Девочка? А, ты откуда знаешь? Так я же в городе была. Прошло УЗИ. Ничего страшного, просто медленно растет наша малышка. А они по размеру срок определяют. Сразу говорят, сколько недель, понимаешь? Я полный дурак. Какой же я дурак, Эмма. Ты прости меня. Я просто очень тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Мне руки не целовал. Здорово, Егорыч. И ты не болей, Петрович. Ты один или еще кто? Не знаю, вчера многие собирались. Посмотрим. А, однако долго смотреть тоже неправильно. Черти, что может привидеться? Вот давай так. Сейчас докурю. И помчимся с ветерком. Как скажешь. Ты здесь капитан. Я хотел тебя спросить. Ты давно в этих краях? Так всю жизнь, однако. Батька мой еще здесь. На барже ходил. А у меня-то вон, видишь, какой красавец, а? Красавец. Ничего, разбогатеем, купим тебе настоящего красавца. Не, об этом, Петрович, и думать забудь. Старый конь борозды не портит. Слыхал про такое? Конечно. А я тебе еще больше скажу. И брызг от старого коня меньше, чем от молодых доретивых. Вот. Помру я, вот тогда и покупай себе хоть яхту с парусом. А пока жив, не думай даже, обидишь. С одним условием. С каким таким условием? Туда не торопись. Ну что, наверное, уже никого не будет. Поехали. Поехали. Сегодня Романов будет в городе. Угу. У вас есть какие-нибудь представления насчет его действий? Думаю, он придет сюда, в комитет, и будет доказывать, что при Скайпаче должен работать и дальше. А я не думаю, что он придет к вам. А тогда что же, куда он? Не знаю. Борис Игнатьевич. Не будем рисковать. Предлагаю встретить Романова еще на подходе. Разумно. Действуй. Угу. А вы как думали, Дмитрий Михайлович? Дело не должно сорваться. У меня обязательства перед моими партнерами. А у вас обязательства передо мной. Когда будут готовы документы по закрытию прииска?
Через два дня, к 15-му обещаю сделать. И все, Борис Игнатьевич, с этими актами я добьюсь закрытия прииска, и официальный запрос Романова о его аренде автоматически утратит силу. Борис Игнатьевич, приходите и властвуйте. Я так и сделаю. Садитесь. Почем орешки, мать? 5 рублей стакан. Держи дистанцию, а ты приготовься. Понял. Ты